Дорогие друзья, сегодня наш канал принимает весь мир в общей скорби. В этом году мы с вами столкнулись с тяжелыми потерями, которые затронули наши сердца и души. Мы потеряли тех, чьи таланты и усилия вносили свет и радость в нашу жизнь, делали ее богаче и насыщеннее. Сегодня, с печалью в сердце, мы прощаемся с легендой кино. На Новодевичьем кладбище собрались тысячи людей, чтобы проводить в последний путь выдающуюся актрису, режиссера и телеведущую, чьи таланты и харизма оставили неизгладимый след в истории российской культуры. Татьяна Васильева, имя которой навсегда останется в памяти поклонников, родилась и выросла в простой семье, где искусству не уделяли особого внимания. Но даже в младших классах она мечтала о сцене, о том, чтобы стать актрисой. И вот, благодаря своему таланту и упорству, она стала одной из самых ярких звезд кино и театра. Ее творческий путь был долгим и ярким. С каждым фильмом, каждым спектаклем она завоевывала сердца зрителей, своей уникальной манерой игры, своей энергией и страстью к искусству. Мы помним ее в романтических комедиях, в драматических лентах, где она с легкостью перевоплощалась в разные образы, пленяя нас своим талантом и харизмой. Ее имя стало символом качественного кинематографа, а ее работа в театре всегда оставалась в памяти зрителей, как произведение искусства. Но она не только сияла на сцене и экране, она также была прекрасным человеком. Ее доброта, открытость и тепло дарили радость всем, кто имел счастье познакомиться с ней лично. Сегодня мы грустим, прощаемся и благодарим Татьяну Васильеву за все, что она внесла в нашу жизнь. Ее талант и доброта навсегда останутся в наших сердцах, напоминая о прекрасном и возвышенном. Ее влияние на российское кино и театр невозможно переоценить. Татьяна Васильева оставила нам наследие, которое будет жить в сердцах миллионов поклонников по всему миру. Но помимо своего творчества, Татьяна Васильева также была замечательным человеком. Она всегда оставалась скромной, доброй и отзывчивой. Ее пример вдохновлял многих и показывал, как важно быть не только талантливым, но и честным, добрым и открытым. Мы говорим спасибо за все, что она сделала для российской культуры, за свою преданность и страсть к искусству. Ее яркая улыбка и теплый взгляд останутся с нами навсегда, напоминая о том, что даже в трудные времена искусство способно принести радость и надежду. Татьяна Васильева не только является выдающейся актрисой, но и вдохновляющим примером самоотверженности и упорства. Ее история доказывает, что с постоянным стремлением и трудом можно достичь любой цели, несмотря на преграды и сложности. Начав свой путь в младших классах, мечтая о театре, она не сдавалась даже в трудные моменты, когда родители не одобряли ее стремления. Ее решимость и преданность искусству привели ее в школу-студию МХАТ, где она начала свою творческую карьеру. С каждым годом ее талант расцветал, и ее имя становилось все более уважаемым и любимым зрителями. Работая в различных театрах и киностудиях, она создавала неповторимые образы и вдохновляла миллионы людей своим искусством. Несмотря на все трудности, с которыми ей пришлось столкнуться на своем пути, Татьяна Васильева оставалась верной своим принципам и идеалам. Ее преданность и страсть к искусству сделали ее знаменитой, а ее доброта и теплота незабываемой. Сегодня мы скорбим о потере этого выдающегося человека и талантливого артиста. Ее вклад в российскую культуру останется неизгладимым, и ее творчество будет жить в сердцах людей на протяжении многих поколений. Татьяна Васильева останется в наших сердцах навсегда. С течением времени Татьяна Васильева продолжала удивлять нас своим многообразием талантов и актерским мастерством. Ее персонажи становились запоминающимися и полюбившимися миллионам зрителей. Комедия «Самая обаятельная и привлекательная» оставила незабываемый след в сердцах поклонников. Роль Сусаны, сыгранная Татьяной Васильевой, стала одной из ее самых ярких работ. Ее выразительные реплики и обаятельная игра оставили неизгладимый след в истории российского кино. После распада СССР Татьяна не собиралась останавливаться. Ее талант и профессионализм продолжали сиять на экранах кинотеатров и телевизионных экранах. Невзирая на временные трудности и изменения в индустрии, она оставалась преданной своему ремеслу и продолжала радовать зрителей своими выдающимися выступлениями. В последнее время мы видим Татьяну Васильеву,
в сериалах и шоу, продолжая восхищаться ее талантом и проницательностью. Ее участие в таких проектах, как «Закрытая школа» и «Модный приговор», подтверждает ее способность превращать обычные персонажи в незабываемые образы, которые остаются с нами надолго после завершения просмотра. Татьяна Васильева остается не только талантливой актрисой, но и символом постоянства и преданности искусству. Ее вклад в мировое кино и телевидение невозможно переоценить, и мы благодарны ей за каждый момент волшебства, который она приносила наши домашние экраны. Более чем сотни ролей в кино, драматических постановках и телевизионных проектах – все это лишь малая часть творчества Татьяны Васильевой. Ее талант и профессионализм неизменно вызывают восхищение и вдохновляют как коллег, так и зрителей. Но помимо своей актерской карьеры, Васильева также оставила свой след в общественной жизни и культурном наследии. Ее участие в таких шоу, как «Между нами», «Девочками» и «Дело ваше», позволило зрителям увидеть ее с новой стороны, как интеллектуала и общественного деятеля, способного вести глубокие дискуссии о важных темах и проблемах. Татьяна Васильева остается иконой российской культуры, чье влияние простирается далеко за пределы кинематографа и театральной сцены. Ее творчество и личность продолжают вдохновлять и восхищать поколения, и мы благодарны ей за все, что она внесла в наш мир и наше понимание искусства и красоты. Более того, Татьяна Васильева является примером выдающейся женщины, которая не только достигла успеха в своей профессии, но и осталась верной своим убеждениям, сохраняя честность и человечность в любой ситуации. Ее жизненный путь полон примеров трудолюбия, самоотверженности и веры в себя. Время идет, но творчество Татьяны Васильевой остается актуальным и востребованным. Ее фильмы и сериалы продолжают радовать зрителей, а ее участие в телевизионных проектах приносит новые и интересные идеи в общественный диалог. Таким образом, Татьяна Васильева не только стала легендой российского кинематографа, но и символом силы, стойкости и таланта. Ее имя навсегда останется в истории искусства, как яркий пример того, что настоящий талант и преданность своему делу способны преодолеть любые трудности и принести свет и радость миллионам людей. Для Татьяны Васильевой жизнь была насыщенной, творческими вызовами и профессиональными достижениями. Ее карьера в кино и театре – это не только серия ролей, но и настоящее искусство, которое она творила на протяжении десятилетий. Ее появление на экране всегда приносило свежесть и эмоциональную глубину, а ее театральные выступления вызывали восторг и восхищение зрителей. Татьяна Васильева стала иконой российского кинематографа благодаря своему таланту, уникальной игре и неповторимой харизме. Она воплотила на экране множество образов, которые стали классикой киноискусства. Ее персонажи были яркими, живыми и запоминающимися, оставляя незабываемый след в сердцах зрителей. Но кроме своего великолепного актерского мастерства, Татьяна Васильева – это также знакомство с человеком, который ценит искусство, любит свою профессию и отдает ей все силы и страсти. Ее пример вдохновляет многих молодых артистов и актеров, показывая, что только через преданность своему делу и неутомимый труд можно добиться выдающихся результатов.